Всем привет, ребята, с вами Нюкин. И смотрите, куда мы с Мишей пришли. Миша не верил, что в глубине леса есть еще один секретный завод Лейс. Ну что, Миша, убедился? Ну да, извини, Никита, я не верил тебе, просто, ну, мне казалось, как может такое быть в таком лесу, такой огромный завод. Да, не бери в голову. Ладно, ребята, самое главное, что мы с Мишей собрались снова туда проникнуть, и прошлый способ уже не работает, но, не расстраивайтесь, мы придумали новый. Смотрите, ребята, сейчас все объясню. Ребят, всем привет, у меня важная новость. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Я говорю про новую версию игры Epic Mine. Три причины скачать ее прямо сейчас. Сражение на кирках с другими игроками. Такого еще никогда и нигде не было. Эволюция факела. Теперь освещать шахту можно даже летающими черепами. В заброшенных шахтах теперь можно встретить призраков. Скачивай игру прямо сейчас по ссылке в описании и добавляй меня в друзья прямо в игре. Мой ник NukemPlay. Видите, да? Мы нашли, оказывается, главный въезд, и около главного въезда есть дорога. Тайная трасса, которая уходит глубоко в лес. Ух, и раз есть трасса, значит по ней еще и ездят грузовики. Ну логично, ну, конечно, да? Иначе ездят, зачем она нужна была бы? И вот как в одной из сказок мы решили отвлечь водителя с помощью денег. Держи. Никто не пострадает. И вот эти деньги будут уходить в чашу леса. Нам с Мишей нужно буквально-таки пару минут, да, чтобы залезть в кузов. Поэтому, самое главное, думаю, в конце этого пути будет огромная яма с кольями. И нет, никто пострадать не должен, Миша, никто не должен пострадать, тем более невинный водитель. Все. А зачем я яму тогда рыл? Ой, капец, беги закапывай, блин, я пока буду караулить. Блин. Ребята, жду уже 10 минут, Миши нету, грузовика нету. Капец, неужели план коту под хвост? Ой, блин, напугал меня. Ну хорошо, ты на месте. Капец, может, да, они днем не ездят, а? Может, это был последний? Да как так-то? Не, должны поехать. Они по-любому поедут, я уверен в этом. Мы же ладно, не просто так. Ладно, о, едет, ждем. Едет. О, отлично, прячься, чтобы не спалили. Я тоже спрятался. Так, а деньги? Давай отойдем. Ты что, сейчас давай, деньги давай, заметят, в нашу сторону, ну, слушай, пойдет. Тебя бы на фоне березки не заметили бы. Я да. О, остановился, смотри. Заметил деньги, наверное. Так, сюда, да. Ну-ка. Хрень. Я это такое. 100 рублей. И еще 100 рублей. 100. О-хо-хо-хо. Чудесно. Нифига себе. Миша, быстрее. Это что тут? Инкассатор сейчас тащил мешок сейчас куда-то. Открывай. Жди сейчас. Давай быстрее. О, чудесно. Ну-ка. Ага, все, залазь в кузов. А закрыть надо? Давай, закрывай, быстро залазь. Ага, так, сейчас. Я придержу. Давай. Ой, не по мне же. Вот так и посидим. Ага. Тише, надо сейчас заметить нас. Да не заметит. Поехали. О, да. Ну-ка, сейчас в щелку посмотрю. Дерево идиотское, никак спилить не могут, криворучки. Походу у нас все получится, смотри. Ну, если, конечно, не будут сейчас шмонать кузов. Если откроют, у нас тут же запалят. Блин, да, ну давай скрестим пальцы, скажем, если что, мы типа на заводе попали случайно в контейнер. Мы скажем, что мы спали, проснулись и вдруг тут оказались. Ага. Смотри, ворота открылись. Ну-ка. Ага. А, у него там что, сканер сетчатки глаза, что ли? Наверное. Офигеть. Так что мы бы туда точно не попали через ворота. Сиди, тихо. Он подошел к нам. Ага, слышу. Че там в кузове? Ух, поехали дальше. Я думал, он сейчас к нам залезет. Повезло. Ага. Так, Миша, что дальше-то будем делать? На завод мы заехали, а дальше что? Что-то я, блин, не подумал об этом. Нужно дождаться, ночи. Давай дождемся ночи. Или дождемся, когда он уйдет. Правильно. Знаешь что, я подумал, что мы правильно все сделали, потому что если бы мы поехали ночью, то, во-первых, ночью грузовики не ходят, а во-вторых, ночью охрана сильнее. Так что мы все сделали правильно, сидим здесь, пока не наступит темнота. Давай так и сделаем.
Сейчас я вот тут улягусь поудобнее. О, о, нормас. Так, аккуратненько, блин. Как бы так сделать, чтобы нас не запалили, это капец. Блин, тут строители. А может быть оденем да ту... Да не повсюду. Те вещи строительные, которые лежали в кузове. Там лежали какие-то вещи? Ну да, я взял их. На всякий случай. Так давай сюда. На. Ага, спасибо. Ну смотри, вылитый рабочий. Блин, спасибо, спасибо, глазастый. Красава. Да, заметил. Ну теперь можно спокойно ходить. Но все равно лучше не палиться. Ну да. Вот, смотри! Ё-моё! Вот баннер! Это новый вкус! Охренеть! Эндерхрен! Эндерхрен! Какого хрена? Ё-моё! Офигеть! Интересно, как, на что похож этот вкус эндерхрен? На хрен, что ли? Хреновую закуску какую-нибудь? Не знаю. Может, как раз таки и попробуем? В конце концов, зачем мы сюда лезли? А как это открыть-то, этот контейнер? Так, ну его никак не открыть. Походу, это просто баннеры висят. Ну, они железные, блин. Тут нифига нет ни двери, ничего. Блин. Вот же подстава. Я так хочу попробовать Лейс Эндерхрен. Да вот я тоже. Ладно, побежали, поисследуем этот комплекс. Смотри, ну, какие трубы. Вот это да, ух ты! А зачем вам трубы, что они тут делают? Глянь, какая цистерна. О, тут что за знак? Это что за знак опасности или что, осторожно? Это знак опасности? А-а-а. Так, вот гляди. Ой! Что? Там строитель пробежал сейчас. Да ладно, куда? Мы с тобой там, сами, смотри, строители. Блин, страшно. Где? Так пробегают. Вон, смотри, что-то ходят там внутри. Во! Уйди! Ой, это... Ты слышишь шипение какое-то? Странное, да, такое. Офигеть, смотри, какой-то выброс! Ё-моё! Ой, а может это радиация? Валим отсюда! Нет! Спрятаться, Миша, надо. Это знак! Надо посмотреть, чего что знак? Там! Ты чего? Ты видишь, где пожары, идешь туда, что ли? Ну да! А иначе откуда я знаю, что там загорелось? Пошли, посмотрим. Всё, аккуратно. Всё, там потухло уже, можно не беспокоиться. Ой-ой-ой-ой! А, у рабочих паника! Смотри, замечательно! Смотри, пока паника, бежим! Направо смотри, там куда? Красный, с другой стороны. Ай! Быстрее, бежим прям туда. И желтая, там какая-то вакханалия происходит. Смотри, рабочие с нами убегают. Давай, нас как раз таки в панике никто не заметит. Вот прям побежали, по лестнице. Бежим. Они все паникуют. Видимо, это тоже для них в новинку, что-то произошло, там выброс реально. Смотри, так, прям на крышу. Опа! Бежим, сюда. Оп! Так, смотри, какая-то... О, глянь! Миш, ты где? Миха! Я наверху! Я тебя не вижу, я дальше побежал. А, давай спускайся. Я какой-то сейф... Карта какая-то, карта доступа. Замечательно, это нам понадобится. Так, а дальше-то куда? Вот куда дальше-то? Есть. Ну-ка. Да, вот. На эту трубу, давай на эту трубу. Опа. Ой, так, я хочу на ту канистру, которая дымилась. Да ты чё? Так, сюда. Сюда, давай за мной. Иду. Так, я отсюда спрыгну прямо вот на эту трубу. Опа, получилось. Так. Вон, гляди, там люки. Ты хочешь их открыть? Не промахнуться, главное не промахнуться. А, не, если чипсы, то что они там дымили? Они, наверное, А вдруг пригорели? Бывает же такое. Может быть. О! Офигеть, еле долетел. Ну что, готов узнать правду? Я осторожно только готов. Я думаю, там, знаешь что, какие-нибудь жидкие чипсы. Они их прессуют. А может быть, высушивают. Погнали. Раз, два, три. Ё-моё! Что там? Смотри, что там? Это Эндермен! Ого! Он смотрит на нас прям! Охренеть, они что, их маринуют, что ли? Что он делает в этом растворе? Они их мучают, что ли? Ё-моё! А может, они как коров их доят? В собственном соку? А пипец. Это может быть пар какой-то. Да? Ладно, это закрывай, пока он нас не съел. Так. Ты гляди! Трубы... И здесь тоже! Да капец, блин! Реально как какой-то, не знаю, как какая-то скотобаза. Эндербаза. Закрывай! Ё-моё! Они тут хранятся у них. Непонятно, каким образом они... Гляди, видишь, трубы что-то от этих...
капсула или камера, они идут вот в эту канистру огромную такую. Ага, вижу. А, и как раз таки там есть вот эта фигня, видимо, туда, да, туда пихается карта. Сейчас, давай за мной. О, ты карту нашел, да? Опа, работает. Они... Заходи. Класс. Так, что тут такое? А зачем они там карту оставили, интересно? Я не знаю. А, смотри, офигеть. Что там? Да. Видимо, это они концентрат. Выкачивают из них какой-то концентрат и сливают прямо сюда. Нет, они выкачивают из них сок какой-то, может, молоко эндерменовское, а тут концентрируют его, выпаривают. Так, у тебя вот там какое-нибудь ведро есть или какая-нибудь, не знаю, канистра или хоть стаканчик, сейчас посмотрю. У меня есть бутылка. Давай бутылку сюда. Можно в нее попробовать? На. Ага. Долить. Ой, да, мне кидай. Спасибо. Держи. Ого! Да, экстракт, все. Весь экстракт слил. Так, ну теперь нам надо как-то выбираться отсюда. Ну, выбраться это будет, я думаю, попроще, чем залезть. Мы тем более в этих костюмах. Можем просто подойти тогда, вот туда, где вход, предложить глаз. Глаз? Охранника. Слушай, мы... Ё-моё, Миша, чё-то какие-то у тебя мысли все странные. Надо, может, тебе к врачу сходить? Слушай, знаешь что, я предлагаю способ попроще. Давай просто подождем и уедем отсюда тем же способом, каким заехали. В грузовике. Ну, давай. Хорошая идея, в принципе, получше даже, чем моя, мне кажется. Ладно, пошли. Моя тоже была крутая. Хлебушка у меня, думаю, хватит на ночь. На, держи. О, пожуем сейчас, похрустим сухарями. Ага, давай, залазь. Ух, у меня ноги устали уже бежать. У тебя устали? Ну, мы не так уж много бежим, до автобусной остановки доехали. Ну и что? Я же их отсидел, блин, в этом грузовике, пока всю ночь там спал. Ну да. Ну знаешь что, в этих костюмах есть и плюс. До нас вообще никакие гопники не докапываются. Видимо, понимают, что мы рабочие. Да, думаю, что у нас денег и так нет. Ой, ты слышишь? Да. Откуда этот звук? Блин, опять гопники? Ладно, давай сделаем чипсы. Вот сделаем такие чипсы, которые не будут кончаться. Тогда никакие гопники нам будут не страшны. Заходим быстрее. Было бы неплохо сделать бесконечные чипсы. Забегай. Сделаем как-нибудь. Врубили свет. Так, ну смотри, починил я опять нашу установку. Давай побыстрее, надо будет сделать уже скорее эти чипсы. Сейчас достану основу. Ага. Вот, на угле все обычно неплохо выходит, если не перестараться. Хорошая основа, да, согласен. Угу. Так, теперь надо подумать. Давай теперь на этот раз пихнем его первым, а то я вечно пихаю его последним. Ё-моё, утрамбуй, ну, пожалуйста. Да. Так, дальше, что нам надо, может понадобиться? Возможно, знаешь что? А, вот, 500-ки, они тоже фиолетовые, я думаю, сойдет. Ты думаешь, что и деньги класть туда? Ну да, чё? Типа, чтобы был такой лакшери вкус. Да чё такое, не трамбуется, что ли? Я не знаю, чё-то они не хотят туда залезать. Хорошо. Так, посмотри, пожалуйста, в шкафу. Я вручную запихну. Ну давай, пихай. Во, запихал прям кулаком. Пожалуйста, картошки достань, только свежие, ладно? Там где-то в погребу должно быть. Так, да, думаю, чё ещё может быть нужно? Так, сахар нужен, нет? Нет, не нужен. А, вот, достань хрен. Хрен самое-то главное. Ага, хрен? Картошку. Да, где да. Где я хрен возьму? Ну, сейчас. Ну, посмотрю. Что-нибудь, что может за него сойти. Может быть, так, морковь. Загружаем она, картошку. В принципе, вот, золотая, похожа на хрен. Ну, как давай. Тебе? Да, сходство определенно есть. Так. Блин, Миха, что-то у меня не получается. Давай, трамбуй. Ой, приходится руками это все делать. Здесь, видимо, так, это... еще картошки. Ты что-то когда делал, видимо, не соединил провода, которые отвечают за всасывание. Поэтому автоматически никак, только вот руками. Ну, простите, я во всасывании не эксперт. Зато я эксперт, знаешь, в чем? В деньгах. В чем? Я думаю, вот этих 12 пятихаток хватит. И, разумеется, наш главный ингредиент — это экстракт. О, давай его туда запихиваем. Сейчас. Все, он внутри. Ну как, ты готов? И у меня еще есть соблазн туда карточку пихнуть, но что-то сомневаюсь, что у нее есть какие-то полезные свойства. А нет, может пускай? Быть, у нее свойства все открывать? И мы тогда сможем открыть любой замок? А что? Слушай, а ход твоих мыслей мне определенно нравится.
Давай так и поступим. Давай. Запихиваем. Так, запихиваем. Ну что? Раз. Я готов. Во всяком случае, ну, можно переждать в шкафу. Раз. Ты хочешь? Ты лучше залезь. Шкаф сразу ты лучше залезь. Мало ли что случится. Ладно, я спрячусь. Хотя бы тут один мой друг должен остаться в живых. Раз. Два. Три. Не работает. Ой. Что за звуки? Ты слышишь? Ё-моё. Да. Да, твоя очередь, давай. Давай. Пошёл. Я... Миха, я целиком тебя поддерживаю. Давай, у тебя всё получится. Я даже не знаю, стоит ли. Ладно, была не была. Ой. Смотри. Ты слышал? Это... Офигеть, дай посмотреть! На! Ё-моё! Это от них звуки исходят! Ага! Ну а, что? Они какие-то странные. Попробуем? Они живы! Ой, ещё одну сделал! Они шевелятся, ё-моё! Ой, капец. Там что-то есть! И трясутся ещё! А ты думаешь, это есть можно вообще? Ну, не попробуем, не узнаем. Ну да, согласен. Ладно, давай пробовать. Давай. Ух, тебе одну и мне одну. Раз. Я лучше в шкафу с кем не хочу, чтобы два. Это, если что, меня на тебя вывернуло. Три. Где мы? Миша, капец, что происходит? Я ничего не понимаю. Где мы? Думай о воде, я хочу, чтобы мы не разбились. О воде? Почему о воде? Понял, о воде! Капец, плась. Ё-моё. Охренеть. Как это? Что это произошло? Что за эффект такой у этих чипсов? Так, ну у нас получается его хоть и с трудом, но контролировать. Кажется, да. А, так эндермен, они же телепортироваться могут. И а мы, давай, получается... Подожди. Давай подумаем о вон том берегу. А, как тебе идея? О берегу? Да, вот о том. Ну давай. Сейчас, подожди. Стой, остановись. Смотри, сосредоточься вот на том дереве, да? И мысленно представь, что ты около него. Вот около того дерева. Раз. Ладно. Два, сейчас, и три. Что-то не получается. Офигеть! Жесть! Вот как это да! Возможно? Блин, мне нравится этот эффект. Просто охренеть. Я уж подумал реально, что не получится. Офигеть! Ребята, это ж сколько всего мы можем привернуть! Вот это да! Пишите свои идеи в комментариях, ну а мы погнали. Я думаю, я сейчас буду только наслаждаться всей этой ситуацией, а продолжение будет у Миши на канале, да, Миша? Ну, может быть. А может и не будет, кто его знает? Все зависит от того, как все кончится. Ну ладно, ребята, с вами был Нюкем. Всем пока! А, да, конечно, подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик. И жду вас на следующих своих роликах. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Еще раз, с вами был Нюкем. Всем пока!